18 часов в Одессе в прямом эфире 7-го новости. В студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Скандал с реконструкцией Потемкинской лестницы дошел до Министерства культуры. Сверху пришел приказ разобраться в ситуации и отчитаться в сжатые сроки. 13 января на культовой лестнице прошла инспекция. О результатах Игорь Хмурый. В состав инспекции вошли общественники, чиновники горсовета и защитники культурного наследия из обладминистрации. Подрядчик заявил, недавнее подтопление лестницы водой никакого вреда объекту не причинит. Она не может причинить, потому что глубина ее проникновения значительно меньше, чем то, что выбираться будет. То, что, по сути дела, здесь никаким не является. А вот тем самым рассеем, конечно, ну вот Влад показывал, отбивал ногой, он так легко это все сбивал, потому что это не известняк. Это тот самый рассев, на котором стояли старые ступеньки, и который в третий раз, повторяю, будет демонтироваться и убираться. Напомню, на днях общественник Владислав Балинский выложил в сети видеозапись, на которой видно, как по оголенному основанию лестницы течет вода. По его словам, количество намытого ила и глубина трещин говорят о том, что это продолжалось не одни сутки. Хотя подрядчик заверяет, вода текла пару часов. После того, как я выложил эту информацию в соцсети, откликнулись люди, которые утверждают, что они видели лужи и слышали журчание воды за забором 20 декабря. Это было еще. Ну, в общем-то, также, исходя из глубины вот этой промоины, овраг, образовалась промоина порядка 40 сантиметров глубиной. Ну, понятно, за час вода не сможет сделать. Кроме этого январского водопада, Владислава смущают и сроки реконструкции, которые затянулись на зимний период. Ведь известняковая лестница фактически осталась голой под влиянием значительных осадков. С ним солидарны и другие общественники. Я бы не назвал это реконструкцией, это больше похоже на разлом. Потому что, во-первых, те, кто понимают вообще в строительстве, они понимают, что на зиму никогда нельзя этого делать. Это надо делать в конце весны, там, летом, осенью. Заказчиком работ является управление капитального строительства Одесского горсовета. Областные защитники культуры пояснили, специально под реконструкцию мэрия взяла памятник национального значения на городской баланс буквально в прошлом году. Поэтому теперь ей и отвечать перед Киевом за последствия. Мы сделаем акт технического осмотра, опишем серьезную ситуацию обеспокоенности общественности, аспекты того, что, допустим, что открытое сейчас непосредственно основание лестницы, ракушняк может намокнуть, и мы просто спросим дальнейшие рекомендации министерства, либо они нам дадут полномочия, чтобы мы запросили документацию непосредственно у заказчика, либо они нам сами разъяснят, что это соответствует это сейчас технологическим критериям проекта, либо нет. Вердикт Министерства культуры ожидается уже на следующей неделе. Его с нетерпением будут ждать общественники, а также Игорь Хмурый, Алексей Барановский и 7-й канал. А в доме Фальцвейнов обрушилась часть внешнего декора. Памятник архитектуры, известный скульптурами атлантов, утратил очередной фрагмент. От здания отвалился массивный кусок карниза с лепниной. Детальнее об этом Юлия Федорова. Под карнизом мы видим, что утрата некоторых скульптурных элементов, вот, поддерживающих своды. В-третьих, видно, что осыпается балкон. Вот, ну, здание ветшает. Впечатляющее творение архитектора Льва Влодыка и Семена Ландесмана. Визитная карточка Одессы, доходный дом Фальцвейнов, не справляется со снежным натиском и морозом. Если мы поднимем глаза выше, мы увидим, что карниз все-таки в плачевном состоянии, не то что в плачевном, даже в опасном. Основной причиной разрушения дома с атлантами специалисты считают его неправильную эксплуатацию. Здесь нарушена вся система водоотведения. Во время дождей и таяния снега вода проникает в здание. Это и приводит к деформации. Последний капитальный ремонт здесь делали в 70-х годах прошлого века. Туда просто попадает элементарно вода, потому что там нет направления воды, куда ее стекать. Она протекает непосредственно сразу в конструкцию. Даже если починить трубы и заменить их, и сделать правильный водоотвод, это будет, ну, оно сохранит его, по крайней мере, в таком состоянии, пока еще на длительное время. Дом с атлантами был построен в 1899 году. Он входит в пятерку самых красивых зданий Одессы. В прошлом году композицию атлантов отреставрировали, но всю остальную часть здания оставили нетронутой.
Здание в аварийном состоянии внешне находится. Я так понимаю, что просто уже за древностью лет он обрушается, потому что реставрационных работ, честно говоря, по этому зданию я не помню. Это один из самых популярных туристических объектов в Одессе. Здесь проходят сотни туристов. Сегодня аварийное здание даже не ограждено предупредительными лентами. Ходить под ним небезопасно. Я общался с архитекторами, которые приезжали с Европы. Они вообще смотрят на Одессу и удивляются. То есть такое ощущение, что у нас там какой-то определенный промежуток времени вообще отсутствовали люди в городе. И они довели все до такого состояния. О том, как знаменитый дом подкосили самовольные надстройки, а старинный фасад перекрыл застекленный балкон, смотрите в субботу в итоговом выпуске новостей в 8 часов вечера. Это дополнительная нагрузка на здание несет, оно, естественно, не выдерживает и начинает уничтожаться. Юлия Федорова, Никита Кричко, 7 канал. Одесскую пересыпь топит даже зимой. На улице Черноморского казачества произошел прорыв коммуникаций. Вода заполнила сразу несколько кварталов в районе 1-й и 2-й заливной. Пока сотрудники КП «Городские дороги» снимают асфальтное покрытие, чтобы определить место аварии. В «Инфоксводоканале» заверяют, это течет не водопровод, а городские тепловики на звонки не отвечают. Один ребенок погиб, и еще один остается в больнице в результате отравления парами крысиного яда в одном из домов села Софиевка Березовского района. Об этом сообщили в полиции. Хозяева рассыпали отраву для крыс в доме, однако отравляющее вещество подействовало на людей. Пострадавших доставили в Березовскую ЦРБ. Дівчинка 2 років знаходилася в стані клінічної смерті, а також її 4-річного брата з діагнозом отруєння парами щурячої отрути. В ході надання даним дітям допомоги медичної дівчинка померла. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство малолітньої дитини Кримінального кодексу України». Також встановлено, що сім'я є неблагополучною, дітей неодноразово в цієї сім'ї забрали до дитячого притулку. Детальные сюжеты Софиевки смотрите в следующем выпуске. Трассы Одесской области открыты. Добраться можно во все населенные пункты. Об этом сообщили спасатели. За прошедшую неделю снежных заносов они вытащили около 1000 автомобилей. Некоторые находились в снежном плену около суток. Наиболее сложные участки были на трассах Одесса-Рейн и Одесса-Кучурганы. К слову, за все время спасательной операции несколько сотрудников ГСЧС получили обморожения различной степени. Буквально за сегодняшнее в ночь с 12 на 13 января было извлечено 8 транспортных средств, в которых находилось 13 человек. Постоянно продолжается ситуация, связанная со сложностью прохождения по дорогам города и области. Спасатели продолжают работать на дорогах Одессы и области. Сильный пожар на транспортной. Этой ночью спасатели эвакуировали из горящей квартиры 3 ее жителей – мужчину, женщину и ребенка. На месте сотрудники ГСЧС были уже через 8 минут после вызова. Было установлено, что горит квартира, открытым пламенем квартира на 2 этаже 9-этажного дома. И на балконе находятся люди. По 3-коленной лестнице 3 человека, из них один ребенок, были спасены, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Спустя полчаса пожар полностью ликвидировали, причина устанавливается. Без воды и тепла, зато с грибком на стенах и конденсатом на потолке. Жители дома на Бугаевской замерзают в своих квартирах и вынуждены дышать плесенью. Анастасия Кожушка, далее. В этой квартире всего 9 градусов тепла. Когда отопительный сезон в последний раз был нормальным, местные уже и не помнят. Ледяные зимние сезоны за несколько лет спровоцировали огромную проблему. Вот это что происходит после того, как у нас на улице минус. Естественно, грею батареи, камин грею. Вот получается, что вот сюда, вот посмотрите, пожалуйста, плесень. Мы этим всем дышим, вон лужа, вода. Сегодня специально не успела протереть.
чтобы показать вам. Катя показывает нам комнату своего сына. Ему всего 9, а он уже привык к больничным палатам. Из-за того, что в детской холодно и сыро, мальчик постоянно болеет. Мы ходим по больницам, лежим все время весной или перед Новым годом, кукушки делаем, промывания все, потому что хроническое у нас уже нос, носы, и иногда спим в шапке. Женщина живет в многоэтажке на Бугаевской. Ее квартира угловая, да еще и на последнем 10-м этаже. Поэтому любая непогода уже катастрофа. А сейчас, в зимний период, грибку на стенах и конденсату на потолке добавились еще и отсутствие тепла и воды. Она идет тонкой струйкой, не хватает напора. Очень неудобно, что приходится к вам обращаться. И просто видите, какие условия мы живем. И ребенок ходит в школу у меня, и надо каждый день стирать и гладить, и приходится ездить на Таирова к родственникам, чтобы все это делать. Это просто невозможно. Платить такие коммунальные и ничем не пользоваться, кроме коробки. Екатерина бы и рада переселиться, но такую квартиру никто покупать не станет. Ведь она в буквальном смысле опасна для здоровья. Вызывала строителей, делали гидроизоляции. Все, что можно было, то и делали. Каждый год я просто все свои сбережения трачу на этот ремонт. На следующий день вместе с Екатериной идем в местный ЖКС к начальнику участка. Но, к сожалению, попасть к нему нам не удалось. Сегодня неприемный день. Вот честно, вот человек сдал, я сегодня вообще пришла. Угу. Я же сказала, потому что я ничего не могла. Мы не достучались, двери закрыты начальника. Но мы будем еще ходить, потому что неоднократно, потому что я не собираюсь так это все оставлять. Екатерина настроена решительно. Она сюда еще вернется. Ну а мы будем продолжать следить за ситуацией. Анастасия Кожушка, Алексей Пережилин, 7 канал. Жительница Запорожья торговала в Одессе тяжелым наркотиком метадоном. Женщине около 40, ее задержали правоохранители. При личном досмотре обнаружили сверток с веществом белого цвета, 2 мобильных телефона и блокнот с адресами закладок. При обыске в месте временного проживания подозреваемой нашли еще 139 пакетов с метадоном. Через телефон познакомилась с человеком, который предложил работу. Приехать сюда в Одессу, раскидывать метадон. Адреса по телефону я давала там, где лежат закладки. В день я ложила где-то 15-20 штук. За словами жінки, метадон вона отримала в місті Запоріжжя одному з поштових відділень з метою збуту. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Женщині грозить до 8 лет тюрьмы. Завтра отмечают Старый Новый год, а сегодня праздник Маланки. Специально для всех одесситов 7 канал приготовил сюрприз – праздничный концерт. Стартуем ровно в полночь, с пятницы на субботу, так что не пропустите. Лучшие музыкальные коллективы города, настоящие украинские фольклоры и многое другое. Как это создавалось? В сюжете Яны Нестеренко. 00 часов, 00 минуты. Наконец начался Старый Новый год на 7-м. Мы вас всех поздравляем с наступлением Старого Нового года. И хочется пожелать, чтобы все те желания, которые вы загадали, обязательно сбылись окончательно. Ну а мы сегодня в эфире 7-го канала над этим поработаем. В народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Маланкой. В этот вечер по селам ходят ряженые, поют песни, шутят над прохожими и даже зажигают костры. И 7 канал тоже приготовил вам очередной подарок в эти праздники. Ну и мы говорим добрый вечер артистам хора Одесского академического театра музыкальной комедии. Добрый вечер! Добрый вечер, добрый вечер! Коллектив театра «Мускомедии» исполнит самые популярные песни, хорошо известные каждому украинцу. Это и «Добрый вечер, тобі, пане господарю», «Нова радість стала», «Щедрик». Артисты дополнили свое выступление авторским произведением из спектакля «Ночь перед Рождеством». Его вы тоже услышите в эфире 7-го. В грядущем году это возможность нести просто наши культурные традиции в массы. Это возможность просто делиться хорошим настроением с окружающими. Поэтому мы с радостью откликнулись на этот призыв.
Но и это еще не все. Кинокалендарь, зимний эксперимент. А еще куда сходить в старый Новый год в Одессе? И что об этом празднике думают сами одесситы? Вы узнаете сегодня в полночь в праздничной шоу-программе 7 канала. Сегодня вас ждут такие музыканты, как А17, Джамбен и Дзигабенд. Если вы еще не определились, как праздновать старый Новый год, то мы вам поможем, расскажем и о традициях, и о гаданиях, и об истории праздника, о том, как одеться и даже что покушать. Совсем скоро мы будем с вами. Не переключайтесь. Украинский народ и его культура богаты на традиции и обычаи. Поэтому много интересного вас ждет именно в рождественские праздники. Это огромный пласт фольклорной музыки. Колядки, они могут как-то варьироваться в зависимости от географического положения. В каждом селе какие-то свои варианты. То есть это огромная такая область для исследования. Этому посвящают диссертации. Это действительно душа украинского народа. Такая певучая, такая щирая. Вот это все проникнуто колядками, щедривками. К слову, сегодня в Мускомедии 18:30 коллектив театра ждет вас на спектакль «Ночь перед Рождеством», а мы ждем вас в полночь на 7 канале. Яна Нестеренко, Кристина Кондратьева и весь 7 канал. Идеальное время поплавать. Одесские моржи устроили групповое купание в море. В честь Старого Нового года сделали это по-праздничному в ярких новогодних шапочках. Как все было, расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Сейчас температура морской воды всего 3 градуса. Для неподготовленного человека это может быть опасно, потому что в такой воде сводит даже руки. Но не у всех. Одесские моржи – яркое тому доказательство. Из теплого только красные новогодние шапочки. Хотя их надели скорее как праздничный аксессуар. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Идем с нами. Под дружный смех и в компании собаки смело заходят в ледяную воду. Если не обращать внимания на заснеженные склоны, то кажется, что вода теплая. Для наших моржей уж точно. А, хорошо. Говорят, для новичков есть особые правила. Всем рекомендую начинать с лета, постепенно до зимы. И так входите в систему. Входите в систему, конечно, надо себя иногда заставлять это делать, потому что лень иногда берет свое. Но уверенно, чувством входите в ритм. Всегда улыбаемся и радуемся. Дмитрий моржует с 2007 года. Говорит, старается плавать регулярно, поддерживать тонус. Но у каждого, кто в клубе, свои особые привычки. Остальные моржи кто-то купается каждый день. У каждого своя методика, сколько времени кто тратит, поэтому это не показатель. Многие моржуют целыми семьями. Ольга своим примером постепенно перетянула на холодную сторону моря супруга. В один прекрасный момент, это уже сколько-то лет прошло, захожу в воду и себе купаюсь, а он на берегу, как всегда, поворачиваюсь, смотрю, он тоже в воде. Я даже испугалась, потому что была уже глубокая осень. Как бы так вот он неожиданно. Вот. Ну нет, все нормально пошло, и вот до сих пор сейчас даже сам меня тянет. После каждого купания вся семья чувствует себя куда более выносливой. Уверяют, благодаря моржеванию стали меньше болеть. Я не говорю, что после того, как вы начнете моржевать, у вас вырастут новые металлокерамические зубы. Но за простуду вы забудете совсем. Абсолютно. Это я вам гарантирую. Купаются в любую погоду и при любой температуре. Для себя лично делают замеры. На разных пляжах она может чуть-чуть отличаться от заявленной гидромедцентром. Вода плюс 1,5 градуса. Вода приятная. Наше море замерзает при температуре минус 0,8 примерно из-за солености. Ну вот пробовали купаться во всякой, даже в той, которая плавает лед. Все хорошо. Все, что ниже 8 градусов, все хорошо. Уверяют, любовь к холодной воде никак не влияет на желание купаться жарким летом. Просто ощущения разные. Ну и по традиции, после купания в холодной морской воде нужно выпить чашечку чая. Участники клуба говорят, чувства прекрасные. И хочется ими поделиться с окружающими. Ждем вас на крещенские купания! Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, 7 канал. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Я напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Увидимся скоро. Не переключайтесь.